Прямо сейчас о самых заметных происшествиях в городе и регионе за минувшие сутки. В Ноябрьске спасателям вновь пришлось оказывать помощь отдыхающим. Сотрудники Ямал-Спаса эвакуировали из леса жительницу города. Сообщение в поисково-спасательный отряд поступило в воскресенье, 16 сентября. Женщина вместе с мужем находилась в районе озера Ханто, где они рыбачили. Внезапно супруге стало плохо, у женщины отказали ноги. К месту происшествия была направлена группа из 7 человек. Спасатели на носилках перенесли пострадавшую по воде и передали в руки врачей скорой помощи. Женщина была госпитализирована в центральную городскую больницу. Помню, буквально неделю назад спасатели и добровольцы вывели из леса заблудившуюся семейную пару. 9 сентября муж с женой отправились за грибами и заблудились в лесу между Ноябрьском и Муравленко. На их поиски ушло около 5 часов. В Ноябрьске сегодня задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск. Злоумышленник попался на краже. Преступление, которое он совершил, полицейским удалось раскрыть по горячим следам. 13 сентября в дежурную часть обратился житель города с заявлением о том, что у него украли имущество стоимостью 15 тысяч рублей. Потерпевший обнаружил пропажу в аварийном расселенном доме, где он хранил личные вещи. Вскоре удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний житель города. Мужчина дал признательные показания. Позже выяснилось, что он к тому же находится в федеральном розыске. Сейчас он находится под стражей. На Ямале пешеход-нарушитель погиб под колесами иномарки. Трагедия произошла в Новом Уренгое в понедельник, 17 сентября, около 5 часов вечера. Как сообщает региональное управление ГИБДД, водитель Форда сбил человека, который переходил дорогу по зебре на красный сигнал светофора. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался, уточнили в ведомстве. Добавлю, всего за сутки в регионе произошло 10 аварий, а с начала года на дорогах Ямала зарегистрировано 3979 ДТП, в которых погибли 28 человек и 395 получили травмы. Еще одно смертельное происшествие произошло на трассе под Тюменью. ДТП случилось в понедельник, 17 сентября, на автодороге Тюмень-Нижняя Тавда. 55-летний пешеход погиб, попав под колеса иномарки, сообщает портал Мегатюмень.ру. По данным областной ГИБДД, трагедия произошла на неосвещенном участке трассы. К слову, на одежде мужчины не было световозвращающих элементов. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. Улететь до места назначения не получилось. На авиадебошира из Янао возбудили дело за оскорбление полицейских. Об этом сообщает пресс-служба МВД. По данным ведомства, мужчина попал в линейный отдел полиции после того, как устроил скандал на борту самолета Томск-Новосибирск-Горно-Алтайск. Буйный пассажир неоднократно оскорбил персонал и других клиентов авиакомпании, из-за чего его сняли с рейса. 43-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, фигурант в присутствии посторонних лиц оскорбил наших сотрудников. По данному факту, Следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Югорчанин выкопал могилу и поставил надгробие живой бывшей жене. После этого мужчина принес к дверям квартиры экс-супруги крышку от гроба. Причем, как сообщает лента, место захоронения мужчина оборудовал вместе с сыном. Женщина подала на мужчину в суд, и тот обязал ответчика закопать могилу и выплатить 5000 рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Впоследствии судебные приставы сообщили, что мужчина и его сын выполнили требования суда. У меня к этому часу все. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах рубрики и телеканала «Ноябрьск-24» ВКонтакте.